Всем привет, ребят. Ночью думал уже идти спать, и тут у нас вышла на русском сервере интересная темка. Это волшебная кузница, так она называется. Ну, сегодня она так называется, вот так вот она выглядит, и есть некоторые уже коды. Что надо делать, думаю, так многие знают. За вход дают нам по две попытки. И за трату самоцвета дают еще одну. Давайте сейчас потратим. Утром будет обновление, поэтому я решил вам пока до обновы записать. Заодно посмотрим на мою фрайку. Мега топовую. Да, она нормально уже дамажит. Уже хоть не страшно будет проходить битву гильдии. Короче, не дадут нормально поспать, выспаться. Эти обновления. Бесплаточка. Не, ничего интересного не выпало. Такс. Риснем. Поехали. И карта богатства. Некоторые коды уже есть, я вам напишу их в описании. В группе Castle Clash ребята опубликовали, я вам скину ссылочку. Возможно, там быстрее что-то у кого-то обновится. Что у нас есть? Первая руна эмблемы. Вот наша первая. Третьего левела. 1-1-2-4. То есть 1-1. И 4, это будет вот эта вот первая награда. А дальше камень судьбы. Его еще не нашли. Кристалл мудрой львицы 30 штук. В принципе, неплохо. Кристалл мудрой львицы 2, 1, 3, 2. 2. Это будет вот это вот третья награда. Камень судьбы, видите, еще не нашли. Так. Вот на самоцветы. Это вот этот вот последний самый. 4, 1, 1, 2. Вот такой вот код. Это на последний. Так, карта созвездий. Тоже, в принципе, неплохая тема. Три штучки сразу дают. Это все двоечки. Два. Это будет вот эта вот награда. Есть там у вас курсор. А, у вас курсор, блин, не видно. Ну, я думаю, вы и так поймете. Попробую сделать. В принципе, захват курсора стоит. Я его знает. Ладно, не хочет отображать у нас курсор по ходу. Такс. А, в принципе, вам видно. Все good. Так, дальше. Ящик с частями облика 2, 2, 3, 1. Это у нас вот это вот. Ящик с облик героев 70 штук 3-го лавана. Неплохо. 2, 2. 3, 1. Вот это вот будет вот это вот награда. Так, и перекус. Супер питомца. 150. Печенек 3-3-1-1. 3-3-1-1. Это у нас перекус. Это вот эта вот награда. Ну, походу нету только камня судьбы. Так, ну что интересного такого можно забрать? Чтобы я забрал, наверное, в первую очередь. Ну, это, конечно же, ящик с частями облика 2-2-3-1.
Поехали. 2, 2, 3, 1, соединить. Бум. Вот ящик частями облика героя мы получили. Успешно. Ну, плюшки довольно-таки неплохие. GG красавчики. Так. Вот так вот. 70 облика мы получили. Мы их попробуем открыть, но у меня места, наверное, не хватит. Вот у меня уже их 150 даже сундуков таких. Поехали, пооткрываем. По-любому какие-то скины я смогу получить, я надеюсь, на сардельке. Ну, у нас осталось один только код, который мы не знаем. А, так, поехали посмотрим, что у меня по обликам. Ничего себе. Открыт. Бигфут. Открыт. Одержимый. Открыт. Смотрите, как круто. В принципе, вроде даже и все облики получили, которые доступны там. Санта. Нифига себе. Вот это сарделя в шоколаде. Даже улучшение просто. А, такс. Поехали еще в акцию. Еще хочу глянуть, сколько она там идет. А то я так посмотрел. А, она идет с 19 по 28, то есть шансы у вас получить все призы есть. А, по 2 единицы. Так, соедините 8, получите, нажмите на иконку. Каждая особая комбинация гарантирует получение награды только один раз. Вот так вот. А, так, вроде все. Неплохо, с 19 по 28, то есть у вас есть шансы. А, так, ну что у меня тут с единичкой на втором? Ничего нету. Давайте что-то попробуем использовать. 2 2 2 2 2 1 3. Соединить. Выиграли 60 самоцветов, то есть 2 2 1 3. Это обычно награды 60 самых, ну, в принципе, тоже неплохо. И на этом спасибо. Будем пробовать уже следующий день. Ну, то есть нам не хватает, по сути, одной награды. Узнать. Ну, я думаю, завтра знаем. Возможно, там что-то будет связано с четверками. Кто его знает. Такс. Нифига себе, смотрите, сколько всяких паков. Вот 60 самоцветов нам тоже пришло. Ну, блин, нормально, нормальная реально тема. Что я могу сказать? Красавчики. Что еще у нас на русском? Кстати, я не заходил сегодня с этой обновой. Я не позабирал на аккаунтах. Профукал. Дни. Так, императорская небольшого замка. Ну, я, по-моему, здесь сейчас попробуем зажечь. Там зажгли. Только начало зажгли. Она уже скоро заканчивается. Такс. Ну, тут на русском сервере все более печально было. Добыча пирата. Здесь я не знаю, что поменяли. Карта смены. Это тоже нормально. 300 самов потом. Так, получить. Следующий надо ждать. Парящий остров. Я профукал походу один. Фонтан и все остальное нет. Ну что, ждем обнову. Завтра она уже будет на этом сервере. Уже даже сегодня. Посмотрим, что же все-таки интересного будет. Акция действительно топовая. Пишите комменты, ставьте лайки, кто найдет
рунку напишите мне и в комментариях, возможно, мы ее опубликуем. Подписывайтесь на каналы в Телеге мой и Castle Clash. Всем удачи, всем пока.